Еще одной музой Дега можно считать Париж. Художник черпал вдохновение на его шумных бульварах и многочисленных магазинах, кафе и кафе-шантанах. Одной из знаковых работ серии, посвященных жизни французской столицы, является абсент в кафе. В конце 19 века этот спиртной напиток был невероятно популярен. Изначально его пила исключительно богема, но со временем он стал настоящей чумой французского общества. Дешевые сорта зеленой феи, доступные беднякам, изготавливали из промышленного спирта. Привыкание к напитку происходило быстро, а увлечение им нередко заканчивалось серьезными психическими расстройствами, сопровождаемыми приступами галлюцинаций, либо приводило к летальному исходу. Особенную опасность абсент представлял для женщин. Они предпочитали пить его неразбавленным, поскольку потреблять большое количество жидкости мешал туго зашнурованный корсет. Для картины позировали знакомые Дега, актриса Элен Андре, а также художник и график Марселен де Бутен. Перед женщиной, словно драгоценный камень, светится бокал зеленоватой жидкостью. Судя по потухшему взгляду и помятому платью героини, явно не первый. Стоящий рядом графин с водой необходим для разбавления абсента. Позади пары столь любимое дегазеркало, естественно обрезанное. В нем отражается завешенное окно кафе, через которое в помещение проникает неяркий утренний свет. Фигуры героев смещены. Живописец словно наблюдает за происходящим из-за соседнего столика. На самом деле работа была выполнена в студии, но эффект обрезанного кадра подчеркнул мимолетность сцены, усилив тем самым ее реализм. Палитра картины теплая, желтый, бежевый, коричневый, охра, но бедная, почти грязная. Зритель практически ощущает атмосферу царящих в кафе нищеты и уныния. Абсент – своеобразная иллюстрация все большей изоляции человека в стремительно растущем городе. Сидящие в пустынном кафе за одним столиком люди невероятно далеки друг от друга. Эту разъединенность и безысходность усиливает разнонаправленность взглядов. Мужчина невесело смотрит в сторону. Пустой взор женщины устремлен куда-то перед собой. Ничто не связывает их между собой. Публика плохо приняла картину, назвав отвратительной. Ее появление также бросило тень на репутацию моделей. Дега пришлось публично заявить, что они не были алкоголиками. Как уже упоминалось, в противовес своим друзьям-импрессионистам Ренуару, Моне, Сислею, которые неустанно работали на пленэре и оттачивали мастерство передачи световоздушной среды, Дега пытался поймать и понять ритм города. С 1830-х годов истинным домом настоящих парижан стала улица. Здесь они чувствуют себя комфортнее, чем в четырех стенах собственного жилища. Шумные кафе-шантаны, где поначалу собирались представители низших социальных слоев, превратились в нечто большее, чем место для перекуса и общения в непринужденной обстановке за обсуждением последних городских новостей. Теперь они отражали настроения, царившие в обществе. Здесь давали музыкальные представления, часто сатирического содержания на злобу дня, а летом в садах, освещенных газовыми фонарями, действовали открытые эстрады. Одно из старейших увеселительных заведений подобного рода, Амбассадор на Елисейских полях, Дега неоднократно изображал на своих картинах. В отличие от балетной серии, где чувствуется очарование мастера миром танца, городские полотна носят резко сатирический характер. Одно из таких – в кафе-концерте или «Ария собаки», где изображена Эмма Валадон,
звезда парижских кафе-шантанов, известная под сценическим псевдонимом Тереза. Дочь небогатых родителей, она приехала в Париж в качестве ученицы-модистки и с 19 лет начала выступать в столичных кафе. Словно искусный фотограф, Дега сумел запечатлеть заурядность и пошлость происходящего. Линия рта героини во время исполнения вульгарной песенки безобразно искривлена. Ее неэлегантная поза исполнена пафоса, ведь она владеет вниманием публики. Насмешливый характер сцены подчеркивают согнутые руки Эммы, имитирующие свисающие собачьи лапы. Чтобы сделать изображение певицы резче и сфокусировать на ней взгляд зрителя, Дега использовал принцип контраста. Так приглушенный темно-зеленый фон, который великолепно передает атмосферу ночного кафе, противопоставлен яркому оранжевому сценическому платью с большим кроваво-красным бантом, а небрежно изображенные слушатели, над которыми плывут белесые фонари, детально прорисованной исполнительницы. Для создания картины Дега использовал смешанную технику. Руки и лицо модели исполнены пастелью, а пятнистая листва на заднем плане – пастелью и гуашью. Первоначально размер картины был меньше. Дега увеличил изображение, добавив полоски бумаги справа. Эти фрагменты доработаны гуашью, поверх которой для усиления яркости красок нанесена пастель. В другой работе «Концерт в кафе «Амбассадор» художник снова экспериментирует, используя довольно редкое в его творчестве сочетание пастели и монотипии. Применение этих техник позволило добиться невероятного эффекта, спонтанности и создать удивительные цветовые контрасты и световые переходы. Композиция работы соответствует нескольким балетным сценам. На переднем плане изображены зрители, затем оркестр, снова закрученный гриф и собственные исполнители. Не останавливаясь на темных фигурах в первых рядах и музыкантах, взгляд направляется на женщину в красном платье, которая стоит в свете ярких огней рампы, усиливающей глубину изображения. Картина была впервые представлена публике в апреле 1877 года на третьей выставке импрессионистов. Несколько выбивается из работ данной серии «Кафе-концерт» 1878-го. Странное, на первый взгляд, обрезанное изображение певицы, выполненное так, будто мастер неудачно навел на исполнительницу объектив фотоаппарата. Внимание приковывает контраст черной перчатки, расположенной против света, и двух цветных полос на стене. Теплый красный и холодный зеленый, находясь рядом, усиливают яркость друг друга. На картине нет ни пространства, ни глубины, лишь изображение певицы с искаженным ртом. Битва за внимание зрителя, происходящая между тремя главными элементами – перчаткой, цветными полосами, лицом – рождает ощущение движения и создает основной мотив композиции. Звук практически обретает физическое выражение, а центральная вертикаль картины, рука, затянутая в черную перчатку и устремленная ввысь, позволяет проследить его направление.
Драматическое напряжение работы подчеркивает направленный свет. Лицо певицы разделено прожектором на две части, освещенную нижнюю и затененную верхнюю.